лишний карабин. Бери его. Бери лишний карабин. Назад, назад прицепи себе. Назад прицепи себе его. Вот умный, а! Ну, когда лезешь, вообще не замечаешь. Ну, да. Собаки маска. Вообще не страшно, но очень не. Ну, не страшно, просто вот ты когда сосредоточился, что тебя надо залезть. Держите? Нет. Руку чуть обжигает вот это, да? Так вы можете. Да, ты не спускаешься. Еще рука. Дима, забери карабин, а тогда будем. Он положил туда. Привет! Держите меня, это рискованно! Старая, блядь! Подумаешь, там с 12 метров упадёшь. Сейчас начало, начало посмотри. Так, один есть. Один. Ох, что-то ты чуть-чуть опоздал. Первый срыв пошел. Что? Срыв? Да. Что, у Сани? Да. Срыв нет. Я не сдался. А в прошлый раз сдался. Бля, ты кого-то держишь, какая-то такая. Герасим. Атлан. Держит было этот. Атлан. Небо, прям. Да. Давай, меня тоже отдыхай. Держи всю эту махину. Мамочка! Руду ко мне. Держите меня! Держите, я буду! Погад, давай, погад! Левую ногу сад, да, да, вот так вот, вот все, вот сад. Сначала сфоткаешь, потом на видео тоже. Отражать точно. О, все. Вот видео это вот сюда тут идти. Просто на это нажать и все. Вот так и надо сделать. Понял? Спрашивай. Да.
когда я смотрю, тут я поднялся как он все, там, а первый раз его туда, на окна. Можно и снизу это было сделать. Что страшно, когда это отпускаться, да, скажи? Кажется, моя неограниченная любовь к тебе движет меня. Ну же. Всего только поцелуй. Подтянись на нем. Или его наоборот к себе. Комика. На чего там это даже притягивается в этот тяну? Там два стоят, да? Полезешь наверх, потом там спустишься. Сорвёшь ты. Ты, конечно, сорвёшь, только сразу видно, что рынок тянет как улазь, головы не мешает. Поцеловал его, извините. Ой, что-то меня! Шея укоротилась. Давай, я беру руку за веревку и снимись. Левее руку бери. Левую. Левую слева. Это не единичный. Ногу вытягивай. Да, вот туда. Там хватайся. Нет. Да. Выше и левее. Подтянуться одной рукой на карабин и все. Борис Алексеевич, ну вы его расположили в самом деле. Сейчас подниму еще выше. Любовь хорошая. Это тот до этого, когда был. Слышишь, Дим, ты обратки сделай. А? Обратки сделай. А? Обратки, я говорю, сделай. На системе. Не забывайте о врасте. А тут будет как младенец придумал. А да, она же может это. Я обратка на системе сделана, Саша. Бля, кто-то идет. Наша, наверное. Андрей, ты не снимаешь? Та-да! Ты уже. Здрасте! 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 Да! Да! Ну что ты его целуешь или нет, а? Давай быстрей! У нас там Саша целует карабин там. Ты уже 8 минут! Карабин целует! Пытается. Карабин целует! Держите меня! Да ты целуй его! Языком тянись давай! Шею тяни давай! Вот. Давай! Ну, Москва, слышишь, завис там и висит. Смотрит на природу. Это в следующий раз тоже так делать. Потягивайся. А я чё, мне пока перчатки дали, я любовался природой. Есть! Есть. А это всё, Борис Алексеевич? А ну-ка. Сколько? А и сними. Четверо, да? Держу. Знаешь, такие дверь? Можи. А там не сможет, короче, это какая-то задача там. Типа жены, да, приходят с мужьями, и там задания дают. И она говорит, сможет ли он сделать, например, съесть там три лимона. Короче, издевает у нас. А что не делать? А здесь там весной, когда разливается речка, метра на два поднимается. Ага. Заливает все кругом. И вот это, и вот то все, да? Там, если когда идешь, видно прямо это, на уровне головы, а то и выше, эти пучки, да? Травы на деревьях. Да, ветки всякие. Ветки, оно как несло, зацеплялось за деревья. Ты поцеловал. А он его расцеловал, отлизал и так. Его место на меня.
Чё ты такой? Давай, блядь, Привет, пожалуйста, Алексей Натальевич не услышал, что вы сказали. Карабин целован, и там как раз. Он фуцелует карабин. Давай быстрее! Не надо спускаться, вон там тропа идет. Ага, я вижу. Ты доживаешь. Ему смешно. И думал, там лезет, думал, уже прямо отсюда сразу полезет. Ваня лезет. Что, Дим, пошли? Ну сейчас. Куда пошли? Ты один раз пролазил и хватит. Снимай. Ты говоришь. У тебя руки уже не выдержат снять, да? Что, не можешь? Тебя оттуда, да? Делать. Ну так же, как и я тебе. Одет. А, вон, все увидел. Ну смотри, не упади. Ты за кого? За меня или за телефон? Ну ты можешь упасть и там поломать секунду. И главное, чтобы это, когда падал. Вот ты добр, а. Вот сниму тебе задницу твою. Ну, и этого все, и ты должен понимать прекрасное устройство дельфирное, чтобы суметь разобраться в ситуации. Ну смотри, нам я на свой тоже записывал дышкой. Ну? Произошло. Шо? Вытягивай ее. Да не этот конец, другой. Вот это? Да. Естественно, Саш. Если ты будешь спрашивать, сам не думать, ты никогда не поймешь. И наверху там у тебя, где будут проблемы, тебе никто не сможет помочь, только сам. Представь, если ты сам лазил. Вот не спрашивай никогда, давай. Что делать. Сам, дойди мозгами сам. Все, сам, я готов. Лечит. Давай. Ты все время спрашиваешь, что и как. И поэтому никак не разберешься. Ай! Вообще интересно, да. Кое-что поднялся, чтобы услышать, что он там целует карабин. Сейчас